Слава Господу, брати та сестри! Слава Господу! Жив Господь, і ми також оживляємося Словом Божим, славословием, псалмом, піснею. І сьогодні Господь поклав мені на серце освятити таку тему і коснутися, дай Бог благодаті винести, щоб було таке понімання, розуміння цієї теми. І назва цієї проповіді «Істочник погоди в житті і судьбі чоловіка і народу». Істочник погоди. Тобто істочник погоди в житті і судьбі чоловіка, а також народу. У нас може бути запитання у житті, чому так трапляється і чому так, і причини потрясений в житті народів, цивілізацій, судів людей. І на це є питання, і на це Господь відповідає. І це важливо, на це важливо мати нам розуміння. В чому істочник, в чому причина, а чого це виходить, що таке в житті приходить, а не інше. Ти жадаєш, хочеш щось там хорошого, а воно не виходить. І щось, ну, це важливо розуміти. Особливо, коли щось таке трапляється у судьбі, як у нас, допустим, в Україні, прийшло горе, війна. І особливо важливо мати це розуміння, щоб зробити виводи, друзі. І коли ти зробив виводи, важливо згідно цих виводів, як би результатами поступити. Тобто, потрібно не залишатися там, де ти був, і не залишатися в тому місці, яке привело тебе к цим плохим событиям, а перейти в то місце, вернее, потрібно оттуда вийти, з тих міст, тих дій, які приводять к таким плохим событиям в нашій житті, а прийти в то место, в те позиции, в то понимание, в те действия, которые нас благословляют и не вызывают, и не привлекают те бедствия, которые приходят. И я и цього будемо касатися. Дай Бог благодати все вынести це слово, которое поклав Господь мне на сердце. Давайте откроем это Ветхий Завет, книга Бытие, 6 глава. Причина, друзі, істочник. Істочник, що впливає, друзі? Що впливає на события, які відбувають? Особливо на негативне, що приходить в життя людей, народів. 6 глава, Бытие 6 глава, 5 стиха, 5 по 8 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Аминь. Мы знаем эту историю. И это было перед тем, как Господь сделал потоп и был истреблен весь мир. И Господь сохранил людство в Ное, в его семье и тех животных, которые были в ковчеге. Тобто здесь мы видим, Господь здесь сам указывает и на причине, почему Господь наводит бедствие и допускает бедствие. Мы тут видим, что помышление, что все мысли, что велико было развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Тобто сердце человеческое. Сердце человеческое, оно делает погоду, или благословляет твою жизнь, или привлекает бедствие на твою голову и на твою судьбу. Давайте откроем книгу пророка Ионы. Книга пророка Иона, тоже Ветхий Завет, друзья.
Я буду читать книги пророка Иона из нескольких мест. Первая глава, давайте почитаем первая глава с 1 по 2 стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Аминь. Тобто злодеяния народа, мы здесь видим, как происходит, злодеяния народа, они доходят до Бога. Это в совокупности злодеяния, и положение сердца, и дел, и мысли. И Господь, видя здесь, Он побуждает Божьего человека, служителя Божьего, пророка, идти и проповедовать об этом, предупреждать. Тобто Господь поднимает. Важно, чтобы были проповедующие. Важно, чтобы не было молчащих из Божьих служителей, что это важное служение возвещать и быть на пульсе, не быть где-то в стороне своей маленькой жизни или своей норке, своих кущах. Не быть в стороне от жизни, тобто нужно быть на пульсе, и служение Божьего человека быть на пульсе событий. И когда что-то происходит, ты не можешь быть в стороне, ты должен свой голос возвысить, и если надо, рубаху разодрать. Тобто реагировать, тот, кто не остыл, тот, кто не отрекся Божьего служения, Божьего дела, он реагирует, он сразу же выходит в народ и проповедует. И мы видим это по примеру Ионы. Давайте откроем теперь третью главу, чтобы мы видим дальше. Третья глава я буду читать с 1 по 10 стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». А до этого и он противился этим Ниневию, но Господь его убедил своими методами, что нужно так поступить, как он говорит Ионе. «И было слово Господне к Ионе вторичное, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и делились во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Также давайте откроем следующую главу, оставим четвертую. Четвертая глава, второй стих. Тобто тут Бог отвел гнев свой, Ион сильно огорчился этим и был раздражен. Он хотел увидеть, как огонь сойдет, как люди тебя погибнут, как зрелище. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Аминь. Тобто сердце Божие. Мы тут видим сердце Божие и источник бед в судьбе народа, потрясений, это сердце людей, их жизнь, то, что у них в помыслах, друзья, это источник причин, многих причин, которых человек может не понимать, может искать что-то где-то снаружи, там, в ком-то искать причину, или в тех-то искать причину бедствий, а бедствия – источники его сердца, или сердца народа, уклад народа, их дела. Их исповедание, их жизнь, которая Богу противна. Давайте еще откроем, друзья,
книгу пророка Иеремия, очень важное слово, чтобы была у нас полнота именно Божьей меры, что Господь сам говорит о том, что, что быть и как будет, как оно будет, о причинах. Сам Бог об этом говорит. Книгу Иеремия. Иеремия. 18 глава, друзья. 18 глава, 6 по 9 стих. «Не могу ли я поступить с вами, домом Израилев, подобно горшечнику сему?» Говорит Господь. «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». То-то о народе, о государстве, царство. Государство, царство, это то же самое. Государство, царство. «Иногда я скажу какому-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится о своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, то-то благословлю его, размножу его, ну, вот устрою и утвержу. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Вот такое, друзья. Это Господь сам говорит и открывает, что Он хочет, помышляет, видит и зло сделает, допустим. Ну, открыть, навести зло, потому что злые поступки. Но если Господь смотрит, если народ раскаялся в этом зле, то он отлагает это, как мы видим, например, Ниневии. Или наоборот, он хотел благословить этот народ, его приумножить, но если народ начал поступать и злобно, и против неугодно Господу, то Господь не будет то делать. Аллилуйя. Но если тот народ, на который я это изрек, обратится о злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу какому-либо народе о царстве, что строю, благословлю, утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это Господь так открывает, Божье Слово так говорит. Ну, хочем мы, не хочем, так Бог делает, поступает. И мы тут уже, даже если нам так не хочется, мы с этим считаемся, но оно происходит, как Бог установил, а не как по нашему желанию. Да, даже если мы хотим, как бы вот хотели бы, но если оно так, как Бог будет случаться. И так же самое мы видим буквально и у нас тоже в стране, и у нас Господь же, я уже об этом свидетельствовал, что когда я тогда ходил и после приезда в 15 году и до моего отъезда в Африку, я тогда проповедовал, ходил по Троещине и призывал, что люди, которые сидят в кафе, как бы, чтобы вы, ну, вспоминали, молились за тех людей, которые гибли. Бо я видел, что сердце людей было наплевать, как бы, все жили своей жизнью, и мало кто там переживал, мало кто молился, и как-то даже думал о том, что кто-то погибает, и свою кровь проливается и гибнет ради того, чтобы ты сидел сейчас в кафе или жил своей жизнью и своим бизнесом. И это было сердце Украины, и этот конфликт он тлел, как бы, и было непонятно, будет ли война развиваться дальше или прекратиться.
Все в руке Господней, даже сейчас, что Господь так установил, и смотря в виде сердца украинцев, чтобы войне продолжаться. Тобто сердце украинцев влияет на то, что будет война или не будет. И то, что, допустим, Господь может так сделать, чтобы была бесспорная победа, или же, ну, как оно сейчас такая непонятная, и многое зависит сейчас, как она моргает. Обратно подключение, восстановлено подключение. Все работает уже, а только там моргнуло. Аминь. Тобто, как чаша весов Украины и России. Украина и Россия, чаша весов. И многое зависит от сердец. Если сердце Украины будет делать противное Господу, и Бог же видит сердца, как люди хотят жить дальше. Они хотят, как и было раньше, до этого конфликта, так и продолжать. Если у них сердце не будет меняться, то Господь может победе Украины не дать. А мы хотим этого, и это в руке Божьей, как оно будет сердца. Сердца народа, если ты сделаешь выводы из этого и вернешься с злого пути своего, раскаясь, и у тебя в сердце это будет намерение, то вот я все, я так и поспать не буду, и так нехорошо жить, и быть таким байдужим до ближнего, до инших, тогда вот. И Бог это видит, эти помыслы, это решение в сердце, и что человек вот, ну, так думает, и вот он принял решение, вот, не буду поступать, как я раньше поступал, и так жить таким. Тогда Бог смотрит, и это влияет на миру, каким событиям состояться дальше, что Бог будет допускать, или позволять злу двигаться, или сказать злу прекратись, источнику закрыться. Много факторов на это, и мы знаем, что даже еще до войны, до пандемии мы знаем, как бы, то, что мы тогда были, мы, Бог это открыл через людей о том зло, которое было замыслено против народа Украины, чтобы отобрать Украину землю. И это багнет нации, другие, которые там на законодательном уровне были махинации сделаны, и Петром Порошенко, и другими тоже в этом руку, чтобы отобрать землю, и были государственные органы Украины зарегистрированы как частные фирмы в Америке. Это все остается дальше. И то, что газ, мы, допустим, имеем жители Украины, имея самые богатые недра, и живем в нищенстве и платим, мы должны иметь по себестоимости этот газ, користоваться этими недрами. Вот такие схемы была путана еще до войны, до этих событий. Друзья, это зло, оно никуда не делось. И те коварные люди, они также самые коварные и мыслят. И даже многие в этом преуспевают, в этом злодействе, в воровстве. Но хочу сказать, что есть Божья милость, и на тех людей приготовлена. Но у меня в сердце вера, что Господь именно ради праведников, ради праведных людей и тех дел, в которых Бог употребляет праведников и свою церковь, будут благословлять. Даже я верю, что тех людей, которые так вот именно сердце развратилось злодейски, Господь силен их оградить, как бы их, обрезать их не возможность совершать злое через тюрьму, через приговоры какие-то, да, брат. Господь силен. Но хочу сказать, что многое тоже и на нас, как бы от наших действий, нашего служения, как мы будем исполнять Божье ведение, об этом ревновать, двигаться в этом. Это тоже чаша весов, которая добавляет. И я то, что Господь меня вывел туда из Донецка, привел, и как только уехал из Донецка, там стали такие обстрелы, которых не было от 2014 года даже. Тут-то Господь меня сюда, в Украину, как, знаете, как чаша весов. Я так размышлял, просто когда сюда готовился к служению, это слово переваривал внутри своего сердца. Аминь. Тобто сердце людское, и тут многое зависит от нас, как это будет чаша весов. Как оно будет происходить. Я еще не был на... Мне сказали, что есть там собрание пасторов, там раз молитва пасторская идет в городе Киеве, там раз в месяц. Я не знаю, что там происходит, как они мыслят, как бы. Если Господь меня благословит, то там побывать и этим поделиться словом, как бы так сказать. Бо не все так хорошо в Украине. Не все так хорошо в России. Я тоже про Россию молчу тоже.
поклонение Ленину, про все то происходит там, поклонение этого идеологии Кремля, Путина, про Белоруссию. Везде свои минусы. И я хочу сказать, что нет такого, чтобы вот там Украина была права пред Богом, а Россия там все неправы пред Богом. Америка не права, Европа не права, у всех свои какие-то грехи есть. Такой народ, никто не может сказать, что вот мы перед Богом там хорошо стоим. Мало кто. Везде милость Божья, над всеми народами. И этим никто не может хвалиться. Слава Богу за все, друзья. Но я хочу сказать, что Божья воля, Божья миссия, которую Господь поручил Божьей Церкви, и многое зависит от нас, от проповедующих, от позиции Церкви, от тех, ну, тоже были большие проблемы в Украине, тоже эти дух религии, который сковал церковь, сковал служителей, это самое заглядывание в рот этих самых власть имущих, перед ними угождать им, и молчание против гей-парадов, против других беззаконий в нашем народе тоже, и других народов. И тут такое дело, знаете, если так подняться на эту Божью высоту, из этой Божьей высоты смотреть, и оно все по-другому видится, друзья. Но есть наша часть, и она тоже влияет, друзья. И наше действие, наша активность в Божьем деле, служение, активность, наше как бы пребывание в истине. И когда мы стоим в истине, мы должны и эту истину нести, как бы, невзирая на лица, и невзирая на реакцию, будет ли это нам от этого хорошо, если мы будем правду говорить, или не будет. То есть это тоже такое, особенно там, где плоскости публичные, там, где власть имущая, или даже если оно, допустим, Бог угождает, но противно государственной политике или идеологии государственной, то ты должен стоять на Господнем, и тогда ты будешь тоже подвергаться опасности от государства. Не будешь угодным, но твоя часть угождать Богу. И на это Господь даст мужество тоже, кто будет Бог использовать в этом. Но от этого влияет, друзья, зависит именно на судьбу народа. Я конечно говорю, что конфликт тлел, и Господь смотрел тоже. Война ли могла этот конфликт рассосаться? Может конфликт рассосаться и завершиться? Богу это под силу, друзья. Но Господь что-то пока все оно держится еще, и так вот шатко такое. Ну, но Господь дал благодать тоже, видите, и Божья рука, что вот благодать и поддержка стран тоже. Но Господь был силен и все, закончить, дать победу не такую насокрушительную, но Господь что-то еще происходит, друзья. И будем об этом молиться, чтобы Господь убрал неугодное. Потому что я хочу сказать, что для дела Евангелия Украина лучше. И атмосфера в Украине лучше для дела Божьего дела, чем в Беларуси или России. Это 100%, тут не спорно. Дело, допустим, Европа, там экономика лучше, но там церковь в упадке духовном. Америка тоже, там тоже не очень все хорошо. Там, если ты будешь проповедовать против политики штатов, там, о геях, об этих, если там узаконено и нормально, ты будешь говорить, что это плохо, то ты можешь потерять лицензию, это есть в Америке тоже, не зло такое. Но если так все сравнивать, то Украина лучше. Но в Украине тоже много такого злого, которое Богу неугодно. И замыслов против Украины очень много, против народа. И эти замыслы, они уже реализованы, мы видим их последствия через те действия, которые были найдены, обнаружены багнетом нации и других тоже. И то, что сейчас, ну, поэтому история сейчас творится. И мы тоже эту часть весов, как бы, наши действия, служение нашего, исповедание, молитва, они влияют, друзья, и нужны. Поэтому Господь для этого меня вернул сюда, тоже в Украину. Вот. Слава Богу. Хочу сказать дальше еще, друзья, евреев, 11 глава, я буду уже завершать, евреев, 11 глава, 7 стих, это Новый Завет. В
верою иною получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Тобто откровение, это то откровение, которое Бог дал мне и по поводу часов истории, что человек, который вошел в откровение, он это определяет судьбу. Когда исполняется это Божье дело, то этим тикают часы истории и определяющие в судьбе. Так же самое и мы, исполняя Божью волю, определяем судьбу. Но тут важный фактор есть благоговение, благоговение перед Богом. Очень важно нам благоговеть перед Господом, и это благоговение, чтобы сердце оно сохранялось, и постоянно пребывать в этом благоговении перед Богом. Я хочу открыть и завершение, можно эту тему о благоговении более глубже. У меня нет сегодня такого акцента, но я хочу все равно, чтобы это слово было сказано. А давайте откроем книгу пророка Малахии. То это Ветхий Завет. Тоже завершение, последняя глава, Малахия, первая глава, 6 по 10 стих. «Сын чит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне, и если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим тебя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите, чем вы бесславите меня? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Понеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою, и благословно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф?» Аллилуйя. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не угодно мне. Аминь. То есть очень важно, это благоговение, оно себя проявляет. А тут Господь говорит, что вы приносите в жертву мне хромое, худое, там уже второсортное. Это можно сказать и по нашей жизни. Как бы, что ты приносишь Господу? Или ты приносишь лучшее своей семье, своим детям, своему начальнику, работе, а худшее, а то, что осталось уже для Господа. Это не будет угодно. А если ты приносишь лучшее Господу, а то, что уже осталось, уже то работе, начальству, то детям, семье, тогда Господь видит, что ты лучше Ему. Тогда этим, ну, это не просто, но Господь силен нас поменять, даст нам силу и мудрости, как вот так установить, чтобы мы лучше давали Господу. Это и во времени, и успевать для Божьего дела, исполнять то слово, которое ты Господу говорил. Благоговение, в этом проявление благоговения, что ты благоговеешь пред Богом, это как состояние Богу поклонения. Это Божий дар, как бы оно тебя хранит, это как Божий страх в твоем сердце. Благоговение пред Богом, ты постоянно пребываешь благоговение. В твоем сердце как бы такое как бы состояние поклонения Богу. Как бы, вот. Как бы благоговение, это как бы пред Богом пребывание, так вот, благоговеть. Это состояние сердца. И ты, когда в таком состоянии, ты будешь понимать вот это лучшее время, там, ресурсы или что-то там, жертва, это будет чуть послабее, это еще послабее, это хромое уже, косое, там, то, что там уже на остатке. Ты будешь это понимать. Ну, дай Господь нам милости, и чтобы мы правильно к Богу относились. И обратно же, если ты будешь такое приносить Господу. Ну, Господь видит твои возможности. Если, допустим, у тебя все кривое, то из этого кривого можно выбрать самое лучшее. И Господь это смотрит, что это лучшее ты даешь. Потому что у тебя все еще хуже. То из этого плохого, которое у тебя кривого,
найдется что-то получше, и ты можешь это принести Господу. Аминь, братья. Будем стремиться угождать Господу, иметь это, удерживать это благоговение перед Богом и быть в своем сердце. Мы не можем отвечать за поступки, допустим, или склонить, допустим, людей вокруг нас, чтобы они от злого пути своего отошли, как бы поменялись. Но то, что нам по силам, и я верю, что Господь будет милостив к Украине ради нас, ради своего дела, ради того откровения, которое Он нам открыл. Я просто так, знаете, рассуждаю аналитически, если Бог открыл вторую поездку в Кению, в Филиппины, тут базу миссионерскую принимать служителей, значит, Украина не будет разрушена, завоевана. То есть ради даже этого откровения, которое Бог открыл, если я иду, если я принял это, иду, то Бог уже никуда деваться, Он уже открыл, что это исполнится. Это было как бы так, как бы сказать, что как бы держишь Бога, как бы не то, что, ну, так сказать, если что, если человек что-то пообещал, как бы, то его же никто за язык не тянул обещать. Поэтому, если Бог сказал, изрек, если ты это взял, и идешь этим, и держишься как Ной, благоговей исполнять, то это благословение, это проклятие, оно придет. Если Ной тогда, это было откровение для Ноя, и Господь этим исполнением этого откровения, Он привлек суд на весь народ и погибель. А если мы имеем откровение, которое, ну, даже логически, оно должно, ну, исполнение его, оно предполагает благословение Украине, тогда это будет. Мы не можем обо всем понимать, допустим, или влиять, но мы можем молиться и делать свою часть, которая нам, на нас возложена, которая это благословение будет как бы чаши весов переваливать, как бы, если так сравнить, вот, как чаша весов, туда или сюда, благословение или проклятие, то нужно сделать максимально, друзья, то, что от нас требуется, что нам по силам, и через молитву, через дела, исповедания, и через свои даже, ну, поступки свои, если где-то что-то там делать, какие-то грехи были, отказаться от этого и утвердиться на путях правды, богоугодны для даже для судьбы Украины, своего народа. Бо Господь ради праведников, как он, мы знаем это, когда Господь, когда этот самый Моисей тогда с Богом, ты будешь, это, ну, как бы, когда это был приговор этой Содомы и Гоморре, Бог тогда с ним разговаривал, Моисей с Богом. Как бы ради одного или десяти ты, ну, сохранишь, то нас больше, чем 10, как бы, и больше в Украине. Хотя просто очень много зависит от священства Господнего. Это я, ну, я, мое понимание просто. Я вижу, что много от священства. От пастырей зависит, от епископов, от союзов этих, как они себя ведут в Украине. Много от этого влияет. Если бы они не побоялись, допустим, своего живота или своего благосостояния, говорить правду начальству, то уже давно было все исчерпано. Если вышли тогда против гей-парадов, против этой, против нацизма, который там себя проявлял, там, шествия этих, ну, с факелами, то оно тоже было бы, оно не было бы этого, если была адекватная реакция священства, они себя не боялись. Ну, я верю, что Господь и нашими усилиями, нашей церкви, и я знаю, что еще есть церковь, которая двигается так в пробуждении, в таком духе пробуждения, и это еще впереди. Ну, то, что от нас будет требоваться, где-то, может, это будет опасно тоже, где-то идти на конфликт или, ну, поистине. Если истина, она будет сокрушать какие-то государственную политику какую-то или там позиции государственные, истина, то нужно будет стоять на истине, и это будет твое служение. Как это служение Иоанна Крестителя, который вопреки
политики этого самого и царя Ирода, и его поступок, он обличил его, что он так неправильно поступил, то ну, этим он себе врага приобрел. Но это издержки же служения. И многих пророков были убиты, друзья. Аминь. Я помолюсь, что будем молиться за передовой, за воинов. Господь, во имя Иисуса Христа, свою руку простри, Господь, на всех нас, на Украину, помилуй, Господь. Благослови, чтобы каждый отвратился от злого пути своего, Господь, во имя Иисуса Христа, в Украине, в России, Белоруссии, Германии, Европе, по всему миру, Господь. Ибо нет права перед Тобой, Господь. И каждая страна не может хвалиться, что вот мы перед Богом, а все остальные там грешные. Все грешны перед Тобой, Господь. Но каждый своей мерой, Господь. Но Ты благослови, чтобы каждый отошел от злого пути своего, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы тут в Украине, чтобы пришел мир в нашу землю, Господь. И благослови, чтобы благоговение, оно пришло, Господь, перед Тобою, Господь, каждому вам, Иисуса Христа. Особенно служителям Твоим детям, Твоему народу, Господь. Чтобы это благоговение, оно было, пребывало постоянно в сердце. И чтобы страх Божий был постоянно в сердце перед Тобою, Господь. Благослови эту Украину. Благослови этим церковь благодарения и другие церкви в Украине. Восстанови, Господь, священство и служение, Господь. Чтобы источники, Господь, Твоего гнева, они были убраны, Господь, во имя Христа. И война закончилась, и народ также России получил свободу от идеологии Кремля и Путина, Господь. Благослови, Господь, чтобы Твоя воля, Твое царство, Твое дело, Господь, этот последний урожай Божий, Господь, был собран в ковчеге Завета Твоего, Господь, в церкви Нового Завета, Господь, которая сейчас есть, были собраны по всей земле этот урожай, Господь, и Твоя воля исполнилась, и был Твой приход, Господь. И то, что Ты определил, чтобы оно сбылось, Господь, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Тебе во славу, Господь. Аминь. Аминь.